Известная российская певица Полина Гагарина обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей выздороветь. Неприятность с артисткой произошла в тот момент, когда она отдыхает от выступлений, да еще и накануне семейного праздника. Болеть на отдыхе – это супер-мега-шит. Особенно, когда завтра у дочки день рождения. Может, вы мне своей доброй оздоровительной энергией поможете? Обратилась она к подписчикам в Instagram. Неравнодушные фанаты тут же откликнулись на ее призыв и стали давать советы: если с температурой, то футболку на ночь водкой смочить, на себя натянуть и под одеяло. Быть готовым ночью поменять постельное белье. Гороскоп на 26 апреля. Тельцы, расправьте крылья. А некоторые сделали вывод, что у артистки в последнее время была слишком большая нагрузка, организм решил полностью перегрузиться после такого-то забега. В целом поклонники пожелали Гагариной поскорее поправиться и вернуться к своим выступлениям. Как рассказывал 5TV.ru, ранее муж Гагариной Дмитрий Исхаков резко осадил ее хейтеров.